У тебя вообще какая-то бунга. Да, сейчас они. Да, да, сейчас ты ее отведаешь. Я буду по тебе стрелять, а ты будешь только мечтать, чтобы по мне стрелять. Во-первых, я подкрадусь в WPL для начала. Давай, 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 давай. Пумпок себе не развяжи только для начала. ПЛ он. Мечтаю, у меня тут эсминец, блин. И подлодка. Подкрадусь, как будто ты малозаметный типчик. У Сталика, у твоего, засвет 15,8. А это он на кюрфе, на каком этом? Он на кюрфе. А как это у него на Сталике 15,8? Кстати, у меня меньше. Надо. А сколько надо? 15,8. Ну просто, чтобы ты понимал, Ямато так же светится. По-моему, 14,8 должно быть. Нет, ну это если ты эту херню вставляешь, то куда, Рома, на С? Ну, а не на С. Я могу вот просто стоять на месте и, блядь, обстреливать всю карту. Давай, давай, иди сюда. Да, сколько у тебя дальность? 23,6. Да? Блядь, и это всю карту. Это тебе не хватает, у меня 25. Ну ладно, ладно, а чё вы? Нельзя припизднуть. Ладно. А куда наш кондор пошел? Пипец, умирать. Это первый, походу, будет. Ну почему? Он пошел подкрадываться, видишь, да, камень побольше вперед. Но он с двух сторон его будут обстреливать. Это такая шляпа. Так, на С у нас уже кто-то есть. Да кто? Кто Кюф пришел, это 100%. Думаешь, он умеет телепортироваться? Да. Легко. За островом стоит. Да, вот я тебе говорю. Вот, вот Шимка, такой. Шимка, Шимка. Шимка это не тот вариант, а кто-то еще есть. О, Марсель. Вот он, Марсель. Наш друг приперся, пожалуйста. А, это другой друг. Это другой, у нас два стали. Ой, да. Блять, одни друзья. Да, я тогда разворачиваюсь. Твою мать, это какой-то прям мощный попал в меня. Шимка ушла, я ничего не пойму, блять, как так, блять. Добрый. Я тебя. Шимка Сей. Торпеды сбросила. Торпеды. Как так? Он курп. Ползет. Сталинград. О. Сталинград, кажется, ошибается. Давай посмотрим. Он заехал туда. Вообще, блядь, не в тот двор. Он что-то там хуйню мучит. Он куда-то пошел вперед. Что-то дали ему дал. Ему сейчас капец придет, блядь. Просто пушки не у меня не развернуты. Я тебя понял. Ух ты, отмансил, красавчик. Все равно все торпеды съедаешь. Отъехал парень. Я по нему не буду стрелять. Да, да. Нет. Вот ты как. А, чего фу, нет? Блядь. Да он как скажет, что у нас Шимка и подводник. Да хрен с ним Шимка. Кто-то к нам в тыл зашел туда, но это Шимка и есть. Торпед насрали. Вон он, Курфюрст наш, Сталик наш. Наш, наш. Это бунга, ты что ли, был? Подводник. Нет. По подводнику скиньтесь. А, блять, он стоит, кто знает где. Блять, остров. Все в остров. Да, ты. Конечно, тупано. И да ладно. Чего у вас тундра какая наглая? О, я тебя понял. Ты что, попасть хотел мне что? Фига ты. А кто это у нас светится? Вот ты поиграл ты.
Чего, дурак что ли? А где ваша бунга? Что-то я ее не видел в бою. Сейчас он летит от нее уже, смотри. А, бунга летит. Попал. Какая нахуй ремка? Обычно. А что, уже запустил что ли? Беда-то какая. Мы как раз вдвоем тут. Да, на нашем фланге. Твикс такой, надо идти их убирать и все. Че, вы попали? Друг против друга? Конечно. Да. Мы тут вообще с тени туном попали, мы всех изничтожили. Особенно отличился. Вообще тон игре задал Макс. Фига ты ногами. Снайперским выстрелом, блядь, меня засветил этот. Таллин. Он его как ему дал и вынес его просто. А чьи это торпеды? Ямато помогает, сука, сбоку по мне. Ой, а кто это у нас такой? Видимо, что-то случилось. Угу. Что же могло случиться? Видимо, что-то, да, случилось, что вы назад убегаете. Что-то пошло не так. Мы тактически отходим, не убегаем. Это ясен пень, ребята, даже можете... маневры. А, это да, так это теперь как, называется. Как в песне, если мы это, то мы идем вперед, да? Mm-hmm. Мне лично Ямато не нравится. Мне тоже он, сука, не нравится. Еще лбом ко мне стоит, падла. Ну это уж сами с ним разбирайтесь. У меня тут цели посерьезнее. Ну те-то знаешь, да, те приоритетные, что говорят. Умбарец какой-то из клана Леста. О, я смотрю, ваша бунга научилась стрелять. Она всегда умела. А чё она этим не занималась? Мне некогда было. Бунги? Ну, разумеется. А, Дима удрал от меня. Слушай, дурачок что ли убегать от такой жирной цели? От такого, от таких плюшек убегать, сейчас на тебе. Ну. Шлифен на Ямато доберет сейчас торпеды. Шлифен козел, блять, он все мои торпеды своей жопой прикрыл, блять, все три, блять. Ну да, вот это, блять, он добрал. Что все так добирали, блять, его, а? Идиот, блять. Называется не себе, блядь, не людям. Вот сучок. Да вообще не то слово, я так хочу вам сказать. Блядь, не видно никого, сука. Вообще, смотрите, какие живучие эти, блядь, Вегера в Сруме из клана Квант. Это же вообще, блядь. Профессионалы. Да-да, согласен, согласен, блядь. Прятаться не умеют, да. А, вот и сказал, что они... Фига ты насрал, гаденыш, а? Да, это я умею. Вот, прикинь, как другие против меня играют. Там еще 4 идут. Ты хоть стрелять успеваешь? Или что только такое? Убегаешь? Что такое, Роман? Смотри, я не попал. Где затопки? Не дошли. Это как так? Движок сломался, скотина. О, еще. Я промазал, да? Ну, у меня бунга 6000. А что у тебя такая РЛС-ка короткая? Ну, я хер ее знаю. И не, я кромки обращаюсь. А. Ремку, что ли, заюзал? Кто так делает? Я. Блин, там еще крадется эта штука. Да это тоже дамаг наш идет. Ну что, Роман, надо тебе добирать. Ну все уже. Хватит, поиграли.
Пойду вон, Сталик что-то идет попой ко мне. Или боком. Боком, наверное. Ух ты, шустрый какой, да? Вегера из клана Кван. Добиралка не вырос. Добирать не будет. Какой ты шустрый гаденыш, а? Ну такая подводная лодка, я что? На двойную сектор тебе бахнет. Во, двукратно отмеченный после ремки. Ты там как, норм? Сейчас я посмотрю, на тебя там такой торпедный суп идет. Как кто же заберет, а? Кто же заберет? Уран, кто же его заберет, да? Кто же заберет? Да, скорее всего, сейчас наш скорострельный бунга его грохнет. Ну, 200 надо добрать. Во, отъехал парень. А, ну так ты за топом, да, его взял. А у нас, нет, конечно, торпеды, точки проваливаются, кстати, блядь. Пока мы давим, блядь, этих прекрасных ребят. Монтана заебала. Так, Руб, минутку притормози, будь мужиком. Да, уже послал он эту штуку. Руми, он между тобой и... Я знаю. И Бунга. Я в него как-то скидывал, но не попал. Да, близко попал. Ну вы молодцы, вы у меня, блядь, все ремки забрали. Слышь, ну затопчик надо пиндурить. Не дойдут, наверное, торпедки мои. Да не, наверное, дойдут. Ну, нет. Я же говорю. Там подводник. Конечно, блядь, с девятой линии просто съебался уже на третью. Я парень медленный. Да это не серьезно просто. Не, ну, Роману отдать должное. Он неплохо мне хата подарил. Да нет, ну и снял, понятно, тоже. Блять, ты что делаешь, Макс? Я плыву, этот Монтана заебал по мне стрелять. Блять, подводник. Он меня убьет, нахуй. Ой, я в засвете, блять. Ну ты просто, если есть возможность, отсветись. Лучше отсветись. Ну все, я уже отсветился. Во, и теперь маневр вот. Ну, вправо, да, и за острова уйди. Ну, тормози, он сейчас пойдет Монтану забирать. Я бросил, да, Руми, я бросил Руми, мне он нахер не нужен. Я не вижу никого, я свечусь как в фонарик. Потому что ПЛ идет. Она вот где-то выше Монтаны по диагонали. На клетке. Я на точке, я уже на точке. Он уже на Б точке. Блять, да, вот. Есть контакт. А, да, вот он. Отсветись пока это, Макс. Подними там хилочку. Этим корешам-то все равно ничего не остается, как идти на нас. Да уж. Что есть, то есть. Не, Саныч, Саныч, ты чё? Бля. Я ничего, я остановился. Но... Нормально так. Залетело. Очень хорошо. Да, блядь, на двадцатка зашло. С цитадели, кстати. Да, да. Я пока тут, сука, этих выбираю. Вай. Чувствую, не дойду я до Руми.
Да он сейчас точку заблокирует. Я вот он уже отвернул. Он сейчас точку заблокирует. 5 минут до конца боя. Которую я. Да ему. Ему ничего не остается, как куда-нибудь щемиться. Ну, блядь, да. 7200 всего. Ну, 3700. 3500. 3600. Вот он. Давай. Бля! Дима, твой потенциальный клиент. Да, я разворачиваюсь. Нормально. Он что-то направо начал поворачивать. Монтана мы тут сму. А, блядь, вы его убивали, без моего участия. Ну, сука, блядь. Готов. Ну, вылазить, блядь, на Геринга, стоящего носом, блядь, отходящим на задней скорости, блядь. Почти добрал, Монтана мне добирается. Это вообще не вариант для него был. Эх, Монтана осталось. Да, набрал мне Монтана. Вангард. Ну там у него 2000. У противника это радость какая. Вангард. Не, ну так интересно, конечно, погонять друг против друга. Да не, нормально мы там, я нормально накосил. Да 200 дырки. Эсминец у вас молодец, что говорить. Ну это факт, тут что спорить. Не говорите. Но. Даже бесполезно. Хорошо, я, наверное, не успею до него дойти. Пойду на точку. Глядишь, давай, я тоже бегу к тебе на форсаже на помощь. Он есть Тундер, Республика, пускай они его достреливают. Да, пусть развлекается, но у нас он уже 900. У нас делов куча. Блин. Мы как раз за минуту, если бы были рядом поближе, взяли бы эту точку, даже вдвоем. Прям четко бы взяли. Надо посмотреть, сколько я с Романа снял. Там что-то больно много уж торпед зашло. Роман добрый человек, что говорить. Ну, это я не спорю. Это Руми что-то там жопой вилял, бежал. Да? Я бы плыл бы прямо, да помедленнее. Отступал в противоположном направлении. Это не успеем. Но он один раз повернул. А, ну хотел да. На точку пойти. А нет, нет, я ему выписал. Секунду, Дима, берем точку, прям секунда в секунду, нам ее сейчас засчитают. Макс, я не хотел точку взять, я хотел тюндера добрать, но сука не увидел, что ты выруливаешь. И пока эту яколымагу успел развернуть, пизда. Я же сзади плыл. У меня засвет 12 километров. Я выстрелил и потом отсветился и плыву себе. Бамс. Бля, я 3 точки взял в этом бою. Нихера себе, по-моему, впервые вообще в жизни. А вот сейчас 2 с лишним получишь. Ёпота. Как это, у татара нет слова назад, да? Развернулись, ялга. А, да. 800. Итак, с Курфа 111 тысяч, нихуя себе. У меня римки, по-моему, кончились. 157 я получил. Я с Курфа 28 выбил. Тут у меня еще 2 сталика. А, ну с Руми я выбил 46,5, а с другого сталика 24. Че, иди еще раз? Ну давайте. Конечно. Возьмите Андрея, вы че? Я в бою. В бою, ты скоро?